Очередной объезд был посвящен осмотру состояния новых детских площадок. Замечания были сделаны незначительные. В основном они касались отсутствия информационных щитов. Но площадки еще не сданы в эксплуатацию, поэтому время на устранение недочетов есть. К парковке вижу. Ладно, озеленение есть. Ну, щит тоже самое. Щит. Щит. Во время рейда были проверены некоторые контейнерные площадки. Здесь площадку надо принимать решение. Конечно, нормально, это будет площадка? Между двумя, ну, пошли и посмотрим. С твердым покрытием, ограждение с трех сторон. Знаешь, смотри. Там можно. Примеру. Поставить на 4 столба хотя бы сеточное ограждение сделать, если здесь вот между двумя зданиями ветра такого нет. Пока делегация выполняла свою работу, к ним неоднократно обращались жители с волнующими их вопросами по благоустройству. Вот у нас стоит антенна «Триколор». Я мэру, здравствуйте, написала заявление. Кого? Вот с той стороны. В управляющем мне дали ответ, что 5 метров от стены до дерева, до первого. Хорошо, там есть. Я сейчас сходила в исполком, а Игорь Петрович ушел в отпуск. Вы посмотрите, там 4 ряда, там вообще просто невыносимо. Мы в 2006 году переехали, еще более-менее. А сейчас вообще, там у нас антенну, мы вот с мая месяца, и теперь до декабря, или до какого-то... А это вы написали заявление, да? Да, вот Константинова. Ну вот, это, идите, пройдите, пожалуйста, с той стороны, посмотрите. Но еще раз выйдут, посмотрят еще, хорошо. Ну вообще невыносимо. Также были проверены и другие участки, на которых должны были устранить ранее выявленные нарушения. Совместно с представителями администрации, управляющей компанией Ленкома, эксплуатирующей организации, сотрудники Гособтехнадзора проверили состояние работ по благоустройству на территории городского округа. В ходе осмотра особое внимание было уделено состоянию детских игровых площадок, а также наличию или отсутствию навалов мусора. Кроме того, был осуществлен выезд по обращениям граждан. По итогам объезда можно с уверенностью сказать, что территория государственного хозяйства содержится в надлежащем состоянии. По ряду замечаний нарушения будут устранены в кратчайшее время. Следующий объезд состоится через неделю. Напоминаем, если вы заметили нарушение по чистоте, порядку и благоустройству, обратитесь в управляющую компанию. Ситуация не изменилась. Оставляйте официальные жалобы в Гособтехнадзор.